Я всех приветствую. Зовут меня Ирина Маркелова-Агапова. С 2013 года я принимаю участие в проекте «Семь миром». Это топ самых лучших участников, самых эффективных фандрайзеров проекта «Семь миром». И я хочу вам рассказать, что означают вот эти вот цифры в кружочке. Это сумма средств, направленных на благотворительность в текущем месяце благодаря действиям этого фандрайзера. То есть $260 уже направлено в фонд благодаря моему участию и моим действиям. Кому же помогает сообщество «Всем миром»? На какие благотворительные цели направлены усилия наших фандрайзеров? С октября 2012 года центральным объектом благотворительности в проекте является Международный благотворительный фонд помощи детям «Всем миром». Основной целью благотворительной программы фонда «Всем миром» является оказание материальной помощи детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями и травмами, которые нуждаются в дорогостоящем лечении и реабилитации. Вот здесь вот вы можете посмотреть ролик. Здесь вы можете посмотреть деток, которым мы уже помогли. Здесь вот полистать. Это у меня почему-то так отображается. И если навести мышкой, то здесь можно посмотреть ребенка, какая помощь ему оказана, что ему куплено и так далее. Сегодня и я внесла свою лепту в фонд «Всем миром». Вот поступление. Смотрите, сегодня у нас 23 ноября. Ирина Агапова. От меня ушло фонд $10, потому что я оказала финансовую помощь в благотворительном марафоне. Вот написано здесь город Ростов-на-Дону. Моя реферальная ссылочка находится под видео. Давайте делать добро вместе. Всем пока!